для нашего города, для наших красавиц, для наших замечательных тружеников. У нас лучшие женщины в мире, поэтому я хочу искренне поздравить их всех, чтобы у каждого, у кого еще нет семьи, чтобы встретила свою половинку, чтобы у каждого была квартира, у каждого были детки, у каждого была хорошая работа, заботливый муж, было счастье и радость, и чтобы наших женщин любили, и они были любимы. Хочу пожелать, чтобы каждая женщина для своего мужчины оставалась единственной прекрасной Шахерезадой. Мы вас очень сильно любим. И спасибо, что вы в нашей жизни есть, и вы нас вдохновляете. Милые дамы, мне бы хотелось в сегодняшний день праздничный поздравить вас с женским днем, пожелать вам в первую очередь здоровья, здоровья вашим близким, вашим сердцам, вашим домам тепла. Берегите нас, мужчин, мы вам еще очень пригодимся. Будьте счастливы, с праздником! Удачи, любви, чтобы все у них хорошо было в жизни. Я пожелаю только хорошего в общих каких-то чертах, всех благ. Если это мамы, чтобы их радовали их дети. Весеннее настроение, красоты, любви и, самое главное, внимания мужского. Ну, заботиться о себе, проводить время с любимыми, если они есть. Всего самого хорошего, здоровья, счастья, любви. Весна наступила, уже все расцветает, солнышко греет, и женщины расцветают. И хочу им пожелать весны в душе, чтобы цвели улыбками. Поздравляю всех девушек, мам, бабушек. Желаю вам крепкого счастья и всего самого наилучшего. Быстрее найти свою любовь в жизни и никогда не унывать. Самое главное им здоровья большого, чтобы дети радовали, бабушек, внуки радовали. Также нашим бабушкам спасибо вам за то, что вы сделали для нас, для наших родителей. Бабушки, будьте счастливы. Чтобы они всегда оставались такие же красивые, приветливые, улыбчивые, и чтобы у них все было хорошо. Женщинкам быть добрее, быть ухоженными, следить за собой и уважать других. Дорогие девушки, мамы, чтобы у вас всегда все получалось, чтобы у вас в жизни всегда было только лучше, и здоровье вас никогда не подводило. Поздравляем. У нас в городском хозяйстве трудится очень много женщин, поэтому хотелось бы поблагодарить их за работу. Дорогие наши венчанки, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам любви, счастья и исполнения желаний.